новогодней выставки. Новогодний клинок 23. Вот такой вот замечательный объект 82. С хорошей, кстати, битой. С бусиной. И сделан из титана. Еще и покрашен. Кастомная покраска. Хорошо, хоть нету этих задрочерских, совкодрочерских звездочек. У него здесь сделано в России. Да так, в принципе, хорошая игрушка. Поюзать, поиграться, где-то что-то покрутить. Это, наверное, объект 83. Потому что здесь уже не... Ну, треугольник, в общем, подбиту. Также можно было взять еще и карт-холдер, куда его можно вставить и таскать на кармане. Но я думаю, этого вполне достаточно. Где-то что-то открутить, подкрутить, открыть бутылку. Хватит. Довольно-таки толстый, в принципе. Вот здесь у нас 4-5 миллиметров толщина самого тула. Ну и порошковая краска все-таки вытирается. Ну и вот такой значок. В общем, интересная побрякушка на карман. Поиграться.